Господин Брандт, вам слово. Куда мы едем? Куда захотите? А куда я хочу? Что происходит? Ты о чем? Все какие-то странные, как обычно. Скажи, чего ты хочешь? И что это изменит? Все. Я хочу... Хочу, чтобы все меня любили! Все тебя любят, но я больше всех. Это почти религиозно! Да, и пугает до чертиков. Я хочу знать правду. Почему ты думаешь обо мне, когда мастурбируешь? Правда, видимо, портит людям настроение. Хочу любить других больше, чем себя. Я счастлив, когда ты счастлив. Чем еще я могу помочь? Я больше не вынесу такой гармонии. Ты можешь снова стать нормальным? Может, мы все находимся в симуляции, а Бог — это игрок, который в сотый раз пытается сделать вашу жизнь успешной. Ты не умеешь любить. Ты хочешь прожить множество жизней, чтобы не пришлось выбирать. Новый день, новое счастье. Я хочу... Хочу, чтобы в мире остались только мы вдвоем. Не противно, что все вертится вокруг тебя? Может, мне пожелать отказаться от желаний? Счастливы те, кому нечего желать. Пора прочистить мозги. Неверное решение может привести к беде. Не бойся. Мы все принимаем решения, не только ты. Ты ничего не можешь без остальных. На это пока.